Приветствую всех на канале Лора Дэвис. Обзор блокчейн-проекта Simply Brand. Сегодня в этом обзоре я бы хотела рассказать вам об одном блокчейн-проекте, который ставит перед собой довольно интересную и полезную цель. Проект называется Simply Brand, и его команда хочет создать глобальную децентрализованную платформу, на которой покупатели различных товаров в интернете смогут проверить их оригинальность и соответствие заявленному бренду. А производители брендовых товаров, соответственно, смогут документировать качество и оригинальность каждого производителя товаров. В чем суть Simply Brand? Давайте подробнее объясню, как все происходит, потому что в двух словах наверняка непонятно. Предположим, вы обычный рядовой покупатель и хотите приобрести какую-нибудь брендовую вещь в интернет-магазине, например, 10-й iPhone или фирменные кроссовки Nike. Но разумеется, что вы бы хотели приобрести эту вещь как можно дешевле, но и на подделку нарваться неохота. Вы заходите на сайт какой-либо торговой сети, например, Alibaba, для того, чтобы найти вещь подешевле, чем в розничных фирменных магазинах. Видите интересующий вас товар по привлекательной цене, заказываете его, и когда он приходит, оказывается, что это дешевая подделка, которая ломается первые пару недель использования. Вы расстроены и деньги потрачены впустую. Чтобы этого не допустить, вы просто можете зайти на сайт или в приложение Simply Brand и в специальной форме оставить ссылку на интересующий вас товар в интернет-магазине. И спустя некоторое время вы получите ответ, подлинная эта вещь, оригинальная или это некачественная подделка, сделанная где-нибудь на подпольных заводах Индии или Вьетнама, например. Если она оригинальная, вы просите продавца задокументировать этот факт в системе Simply Brand. И теперь вы с полной уверенностью сможете заказывать товары, зная заранее их качество, ведь сертификат соответствия, записанный в блокчейн Simply Brand, будет невозможно подделать, удалить или изменить. А может быть так, что вы производитель, скажем, той же брендовой одежды, и для того, чтобы ваши клиенты, покупая у вас товар в вашем собственном интернет-магазине или через посредников в различных торговых сетях, были на 100% уверены, что покупают именно оригинальные брендовые вещи вашего производства, вы также обращаетесь за помощью к системе Simply Brand. Создаете аккаунт в приложении или на сайте, помечаете все товары QR-кодом и заносите его в блокчейн Simply Brand. И теперь, в момент покупки, любой покупатель сможет убедиться, что данная вещь сделана именно фирменным производителем и не была подменена во время транспортировки или при других сомнительных обстоятельствах. Как работают механизмы Simply Brand? В основе механизма работы платформы Simply Brand лежит искусственный интеллект. Именно он будет по предложенной от пользователей ссылке проверять подлинность заданного товара. Но для того, чтобы исключить варианты ошибки искусственного интеллекта, будет также иметься и команда независимых экспертов, которые также будут применять участие в оценке. Поскольку Simply Brand является децентрализованной платформой, построенной на блокчейне, можно быть уверенным, что все эксперты будут действительно независимыми. Экспертом сможет стать любой пользователь, зарегистрировавшийся и прошедший проверку в системе Simply Brand. У каждого эксперта будет иметься свой рейтинг, который изначально будет минимален, но со временем, с количеством успешно совершенных проверок, рейтинг будет повышаться. Рейтинг эксперта напрямую будет влиять на вес оценки. Рейтинг эксперта напрямую будет влиять на вес оценки, которую он будет давать товару. А блокчейн с его открытой и неизменяемой структурой будет гарантировать, что рейтинг, как и все оценки, будут честными и неподдельными. Будет также присутствовать защита от накрутки. Причем благодаря работе экспертов будет совершенствоваться и бот Simply Brand, потому что он, как и любой искусственный интеллект, является самообучаемым. Анализируя множество экспертных ошибок, бот Simply Brand со временем будет все лучше и лучше отличать подделку от оригинала. Токеномика проекта Simply Brand. Поскольку Simply Brand построен на технологии блочных цепей, в его структуре будет иметься токен SBA, который и будет формировать его экономику. Все эксперты будут получать вознаграждение за свои оценки в токенах SBA, которые будут платить проекту как покупатели за получение услуг оценки, так и производители и продавцы брендовых товаров. Казалось бы, зачем производителям отдавать деньги сторонней организации?
Дело в том, что уже на данный момент многие производители и поставщики товаров заинтересованы в надежной маркировке своих брендов и защите от подделок. Ведь рынок дешевых поддельных товаров сильно бьет по доходам компаний-изготовителей, и многие из них уже сейчас ищут способы защиты своего бренда. А с запуском Simply Brand эта практика будет применяться повсеместно. Да, на данный момент Simply Brand еще не до конца завершен. У них есть бета-версия их оценочной системы, а также калькулятор, который поможет производителям рассчитать убытки от конкурентов-подельщиков. Со всеми этими сервисами вы можете ознакомиться на сайте проекта Simply Brand. Данный материал представлен для ознакомления и понимания сути проекта. Перед принятием решения об инвестировании советую вам более детально изучать техническую документацию проекта. Инвестиции в SEO сопряжены с высокими рисками.